Владислав, приветствую! Подписчикам канала хочу сказать привет! Как процесс называется? Протравка ячменя перед посевом. Протравка ячменя перед посевом. Финальная стадия. Финальная стадия. Посевной компании. Посевной компании harvam.ru. Что, все? Теперь что дальше? Новый будет. Вторая загрузка. Как машинка называется вот эта маленькая? МКСМ. МКСМ? В народе называют просто мультик. Мультик? Завтра с утра поедем куда мы? В село Троицк. Село Троицк, там что, поля будет? Да, там поля, 22 гектара. 22 гектара полей, паханные и забороненные. Остается только дело за малым, посеять, да, все? Посеять, да. И чтобы, как говорится, погода нам сопутствовала. Процесс чего это? Протравки ячменя. Протравки ячменя. За здоровье ячменя. Как называется? Фоксил. И на сколько хватает его? Сколько истратили? 300 уже? Грамм на тонну ячменя. 300 грамм на тонну? Да. Что, долго греть тогда КамАЗ? Не греть, воздух он накачается. До скольки атмосфер? Завтра будем сеять, да? И, да, все верно. И через сколько месяцев выкатывать? В конце июля, начало августа. Полгода? Да. Вчера мы протравку делали. Протравку перед посевом, да. Обрабатывали зерно. А сегодня уже на поле сеем. Сегодня, как говорится, открываем сезон 2023. 2023, сегодня апрель. 2 апреля. 2 апреля. 2023 год. А на чем он стоит там? Смотрим, чтобы семя в семипровод попадало, чтобы не забивали сошняки, чтобы... В бункеры выпадает... Семипровод, резиновый. Падает и потом... Падает. Там диски такие, они, то есть, втыкаются, делают рычок. И потом, когда семя упало, он раз закрывает. А сзади получается уже... А сзади уже загребает. А, все, понял. Направляю сеял туда. Сколько ведер сюда? Пока полная не будет. Здесь полная направка, 500 кг сеял. Сеем, веем, посеваем. Война войной, а обед по расписанию. На самом деле... Ну что, война войной, а обед по расписанию, да? Да, да, это мое любимое дело. Твое любимое дело, Владислав. Да? Ты сюда приезжаешь только, наверное, похавать, да? Давайте скажем что-нибудь. Ну, скажем, чтобы урожай у нас был, отсеется хорошо. Хороший урожай, чтобы погода хорошая была у нас в этом году. Не жарко, дождей побольше. И урожай будет. Давайте, ура! 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 За хороший урожай. Чайковского бахнем. Держитесь! Для трактора. Ну что, Владислав, поехали! Да, пошла, пора. Семя, видишь, падает? Семя падает. Да. Вот туда. Бредок, вот получается. Надо хорошо держаться, чтобы не улететь. Да, да. Держись. Что, буксует? Вот такие кроссовки. Вот они. Семочки. Вот, вот. Через две недельки из этого зерна получится маленький росточек. На одном колоске с такого зерна, ага. На одном колоске в районе 18-24 урожай соберете? Собираем и будем сдавать в Корма Востока. Приходите, покупайте.
Ну вот тут в КамАЗе сейчас в данный момент находится 5 тонн. А. Нам 5 тонн рассчитано примерно на 22 гектара. Небольшая техническая поломка. Вот дядя Дима сейчас у нас ищет неисправность. В чем дело? В чем причина поломки? Сейчас будем передвигаться на другую локацию. Это поле засеяли. Теперь ждем с этого поля урожай. Тут у нас идет процесс накачки воздуха. Ужасные ветра дуют. Всему Казахстану. Но мы не сдаемся. Мы боремся с ветром. И работаем в такую нелегкую погоду.